Но я хочу вас спросить, а вы отследили, как Владимир Путин добирался к Минску? Что это была целая спецоперация, что он сначала какими-то тропами секретными, возможно, на кобыле отправился в Санкт-Петербург, потом в Санкт-Петербург в аэропорт. Когда он взлетел из Пулково, соответственно, из Внуково-3 взлетел самолет-дублер, чтобы запутать всех, в каком же находится самолете Владимир Путин и дальше истребители. Как вы думаете, неужели он настолько начитался газет, где чуть не грохнули начальника генштаба и переживал, что вот мы на самого мстительного маньяка можем наброситься? Да более того, он с утра две ложных цели направил. Сначала Лаврова, которому совсем не жалко, а потом Шойгу. Ну вот Лаврова не убили, Шойгу не убили. Ну вот он и третьим рискнул тогда вылезти. Ну так, если, а что вы от него хотите, если с подобранных матерей вот этих фейковых, которые, помните эту страшную матерь, которая с громадным портретом такого-то бандита и его сына, абсолютно бандитская рожа, она рассказывала героическую историю, как он вылез в 16 году из какого-то окопа и орал: братва, идем крошить укропов. Нет, крошить, по-моему, укропов, да. Так вот, эту матерь, ее две недели держали в бункере, прежде чем допустить к Путину. Да, а вот какую вы заметили, какую диверсию Александр Григорьевич совершил? Он, во-первых, он еще два дня назад, это всем уже известно, масса утечек, объявил себя больным гриппом. И сказал Путину, что не надо ехать вроде. Но Путин все равно стоял, так он на него бросился и обнял его, и поцеловал. Гриппозный, а может быть даже еще ковидный Лукашенко. Вы думаете, что Александр Григорьевич все-таки на нашей стороне в самый последний Александр момент? Александр Григорьевич на стороне своей шкуры всегда и при всех раскладах. А как вы думаете, вот мы вот так вот перечислили фактически трое самых главных военных преступников, соответственно, по возрастанию. Лавров, я так понимаю, от него вообще ничего не зависит, а он только рассказывает о том, что он любит ООН. Дальше военный преступник Шойгу, который специализируется на танковом биатлоне, тоже, в принципе, не как-то безвредный, по большому-то счету. Ну и дальше главное лицо. Вы верите в способность Украины ликвидировать высших должностных лиц Российской Федерации? И кого нужно было бы выбрать из этой троицы? Нет, ну Путина надо сохранить для мариупольского процесса над главными военными преступниками. А вот перечисленный Риббентроп и вот этот шаман бурятский или какой он, тувинский. Но они действительно совершенно безобидные люди, они ничего не решают. Но... Правда, Риббентропа первым повесили, когда исполняли приговор Нюрнбергского трибунала. Но он ведь очень упорный, слухи в Москве, он чуть ли не собирается подать в отставку, не потому что он так протест свой выражает против преступной войны, но сбежать ему хочется. Ну, в общем, запредельная, конечно, абсурдная эта история встречи двух диктаторов. Ну, посмотрим. Нас очень сильно позабавит в любом случае пресс-конференцию. Надеюсь, они не отменят какую-то. Они обычно не делают пресс-конференции по этим мероприятиям. Это же не так, как с Эммануэлем Макроном или Олафом Шольцем, где в принципе, предполагается, там немножечко по-другому, обычно другой формат. Я вот не могу точно сказать, как здесь будет, но, скорее всего, вряд ли. Но, Андрей Андреевич, я вот просто, ну, понятно, что в ситуации, в которой мы находимся, обсуждать товарооборот, ну, это как бы мы не будем, да и Владимир Путин с Лукашенко едва ли это делал. Понятно, что все касается вопросов войны и мира. И вот не кажется ли вам, что есть какая-то взаимосвязь между контактами
Путина с его генералами в бункере, где был, соответственно, и Шойгу, и Суровикин, и Герасимов. И вот сейчас они практически в том же составе, кроме, соответственно, Суровикина, отправились в Минск. Что-то они там затевают или что думаете? Ну, опять же, я возвращаюсь к такому авторитету, как генерал Заужный. Ну, и то же самое его американские коллеги пишут. Ну, видимо, Путин безумная идея набрать еще там как минимум 200 тысяч мобиков, а может быть до миллиона, и бросить их через Белоруссию на Киев. В этом отношении, кстати, вот цифра про миллион или еще сколько-то, ну, в общем, значительно больше 300 тысяч, она частенько звучит. А вы в «Экономисте» читали статью или интервью Залужного? И как считаете, вот он сказал там о двух таких аспектах, что нужно понятное оружие, это главный посыл его в этом интервью как раз и касался о том, что нужны новые поставки БМП, танки, артиллерия. Ну, это моя любимая фраза в этом интервью. Я стою в 84 километрах от Мариуполя. И я готов его взять, и это обрушит российский фронт и создаст громадный крымско-херсонский котел. Но для этого мне нужно 300 танков, 700 БМП и 600 гаубиц новых. Ну, это очень конкретный разговор. И какое это имеет связь к этому наступлению на Киев? Так он начал с того, что вот российский генеральный штаб и политическое руководство вот готовят такой план, ну и чтобы его предотвратить, вот мне нужен бросок на Мариуполь.